Хасан Магомедович, здравствуйте. Еще одно видео интересное сейчас запишу. Опять произошло, как в прошлый раз. Я сейчас просто быстро примчался с работы и быстрее записать. Опять это моя такая вот несбыточная, наверное, мечта. Хотя, может, избыточная когда-нибудь. Не мечта, вот, ну, идея опять. Это как образом возникла. Опять предыстория. Ходил я опять на работе, как всегда проверял качество, проверял и прохожу мимо, а там в этот раз были не коробки, в этот раз стояли такие рулоны бумаги в стопку были составлены такой вот башенкой. И опять у меня так хопа, и весь этот образ произошел. Короче, Школа будущего. Представьте, вот ваша школа Homo Futurus. Вот возникло сразу у меня в образе само здание и сама структура. И как это там, блин, интересно, новые критерии там были бы. Так, ну вот на чем бы показать сейчас. Вот, можно взять, возьму кусочек дуба. Представьте, включаем воображение, вот, и это. Раз, вот. Вот это вот здание, такое вот круглой формы, прям вот просто круглое, огромное, высокое здание. Ну, степень высоты зависит от развития его. Но самое важное, я про два момента расскажу. Это вот верхний этаж и нижний. А середину это уже можно наполнять разными направлениями. В общем, идея заключается в чем? Вот ваше здание, такое огромное, круглая школа, вот эта школа будущего, школа Homo Futurus. Здесь на самом верху светится эмблема Homo Futurus, звезды над нами. Вот, это еще пока не доделано, но это не для этого дела, а другого, тут в уменьшенной версии. В общем, светится такая в синем свете, подсвечено здесь Homo Futurus, написано школа будущего еще. И идея заключается в чем? Тут прям вообще очень интересно. В общем, все приходят, например, в эту школу, начинают учиться. Учиться начинают, здесь новая парадигма, начинают учиться с верхних этажей и донизу. Когда человек доходит донизу, то уже потом все выходит, покидает эту школу уже с определенными навыками и умениями. В первую очередь, здесь будет верхний этаж. То есть тут вообще новая парадигма внимания и новый критерий. Вообще сама система обучения. Не как, конечно же, здесь применяются ваши правила путем подбора. Способ подбора путем перебора по скорости автоматизации, и человек подбирает себе. Ну, вот в чем суть заключается, смотрите. С верхних этажей. В обычной школе всегда нас учат с 1 по 10, там, например, по 11 класс. То есть, вот это вот такой критерий, то есть все время тебе надо как бы лезть в гору, как бы выше. Еще нам учителя всегда говорили, вот, старайтесь, скатиться всегда легко. То есть как бы наше сознание внедряли то, что как бы вниз все время это все легко, вниз это все плохо, надо все время вверх, а человеку вот тяжело, и вот он поднимается, и потом в какой-то момент у него кончаются силы, а если еще не в ту гору не поднимается, не в свою, ему все тяжелее. А здесь суть вот в чем. Начинается обучение с самого верхнего этажа. И с самого верхнего этажа сначала первое, очень важное, базовое. То есть все проходят, это именно вот ваша наука о человечности, которую вы создадите в скором времени. На верхнем этаже сначала изучают ее все. Ее изучают, это как бы основное. И потом уже пошло. Нижние этажи. Здесь середка можно наполнить чем угодно. Ну, то есть, самым лучшим каким-нибудь образованием в разных сферах. То есть, русского языка, математики там. Ну, все самое лучшее. А самое интересное потом, когда человек доходит до низа. То есть, вот здесь он выбрал себе. И фишка в том, что сначала вот науку о человечности базовую полностью проходит. А дальше следующие внутри. Это здание было бы вот так вот разделено на 12 частей. Как бы там на каждом этаже есть как бы 12 комнат. И 12 этих комнат, и ученик, например, раз, заходит.
пошел по принципу подбора. Зашел в одну комнату, он начинает примерять эти знания, как они ему. Если ему раз не понравились, он идет в другую. И одну из этих 12 он по-любому находит, подбирает то, что ему действительно интересно, и он начинает учит это, изучает все, прям погружается в это, потом спускается на другой этаж, на нижний этаж, выбирает из этих 12 и так, доходит до самого низа. А в самом низу у нас самый фундамент. Самый фундамент – это самые творческие навыки человека. То есть здесь будет на самом низу, нижние этажи, это будут мастерские. И мастерские там столярная мастерская, там художественная мастерская, там слесарная мастерская, там, ну, в общем, все любые ремесла, любые направления. И в этих мастерских работали бы, были бы лучшие мастера. Лучшие мастера, которые любят свое дело, которым даже, ну вот они всю жизнь готовы посвятить этому. Ну, вы понимаете, о каких мастерах я говорю. И вот, когда уже ученик дошел до самого нижнего этажа, и он выбирает себе то дело, дело жизни, которое он будет заниматься, будет, ну, а перенимет навыки он, конечно же, у самого лучшего, потому что там этот мастер будет уже лучший, потому что он там всю жизнь этого изучал, но нужно будет найти таких, да? И вот, и также он по этим 12 мастерским ходит. Кому-то понравится с деревом работать, кому-то с металлом, кому-то понравится рисовать, кому-то петь, кому-то еще. То есть нижние этажи это самые творческие. То есть смысл в чем? На верхних этажах человек получает базовые навыки, науки о человечности. Потом затем идут некие знания. Ну, все зависит от возрастов. То есть если это... А, еще главный такой критерий, что там в этой школе нету сильного разделения именно по возрастам. Может оказаться так, что в одном классе лишь только, ну, разных возрастов, от мала до велика. Но их объединяет то, что они все выбрали именно этот класс, потому что им интересно именно это направление. И они как бы вместе учатся, и вместе друг друга учат этому, и начинается, ну и вот эта вот вся синергетика происходит. И вот они доходят до самого низа, и все. И здесь уже получают эти те самые навыки, дело жизни. То есть, ну и здесь уже, конечно, им школа помогает сразу за то время, пока они обучались тут. Ну, то есть и деньги они будут зарабатывать, и все. То есть, и заниматься любимым делом. И вот критерий какой получается, что в обычной школе мы приходим с первого класса, идем по десятый, а потом нас отправляют и говорят, идите куда хотите, делайте, что хотите. Ну, и как раньше, ну, выбирали. Куда родители скажут, пойдут дальше учиться, куда там Вася, Петя, друг пойдет учиться, а ребенок еще не знает, что ему интересно. Ему не помогли определиться в жизни, выбрать именно то самое направление, в чем он точно будет успешен. И вот и получается. А здесь, в этой школе, сначала сразу приходим на верхний этаж, получают базовые навыки о человечности и пошли-пошли тут, ну, эти всякие знания лучшие. И к низу уже человек получает готовое образование, навык в своем любимом деле и... Ну и все, обучение закончено. Ну, как бы не, обучение не закончено, там уже привиты такие навыки, критерии человечности, например, можно критерии человечности, да, вот оно же издревле тоже было известно, говорили везде, там, век живи, век учись, то есть постоянно развивайся, постоянно всего. Но однажды поняв здесь принцип этого развития, то есть ему даже, пройдя вот это все обучение, ему даже уже не нужно будет себя заставлять постоянно развиваться, постоянно что-то учить, как заставляли, вот, например, в школе там. Здесь просто алгоритм будет понятен, и процесс настолько это будет увлекателен и затягивающий, что просто человек сам будет постоянно развиваться в смежных. То есть он может вернуться, всегда может вернуться в любой момент. Например, прошло некоторое время, человек там повзрослел, ну, в годах там и это. У него, возможно, за это время поменялись некие приоритеты, некие интересы. Ну, как бы те базовые-то по-любому остались. Но он захотел расширить свой кругозор, расширить свое миропонимание и освоить, например, еще какое-нибудь ремесло, какую-нибудь науку, еще что. Он может абсолютно обратно возвращаться в эту школу и опять же здесь проходить, заходить в другие те комнаты, которые, например, в том возрасте ему были неинтересны, а прошло 10-15 лет, и ему стало интересно. Ну, вот, дай-ка я
пойду попробую построгать, дай-ка я пойду попробую на скрипке поиграть, дай-ка я пойду попробую там еще что-нибудь. Ну, там уже, это уже все технически. Главное, суть идеи. Вот в чем. И вот это такое. И эти такие школы, хомо, футурусы, вообще везде. Ну, короче, вот так. Как-то. Такая вот идея. Все. Вот теперь все я выговорил. Сказал. Самое интересное, знаете, что было? Эта идея мне пришла сегодня где-то около 8 часов. И все, я уже не знал, куда себя девать. Куча энергии переполняет, и хочется быстрее записать видео. И знаю, что если сейчас быстро это видео не запишу, эта энергия может пропасть, и мне покажется опять это что-то не то. Но я понимаю, что даже если энергия пропадет, потом все равно опять станет все хорошо. И вот, что еще хотел сказать. А, и как ни странно, опять я стал замечать, что опять такие идеи приходят в некое астрономическое явление, которое происходит каждый месяц. Практически сегодня полная луна. И я вот о чем подумал. А ведь в сказках не зря говорили вот этому. Ну, когда-то раньше считали Луну, называли щукой, по щучьему велению, и якобы раз, и там желания исполнялись. И, скорее всего, это метафора. Не то, что желания исполнялись, а просто именно в эту ночь, например, в полнолуние, приходят какие-то идеи, мысли. И если эти идеи и мысли как-то сформировать, то, возможно, когда-нибудь что-нибудь это может исполниться. Ну, это так, мои размышления, мысли. Ну что, больше пока нечего сказать. Да, скоро еще потом запишу видео, которое обещал попозже. Сейчас просто времени пока не хватает, но как только так сразу. Спасибо. До скорой встречи.